тема сегодняшнего урока – клетка, наименьшая единица всего живого. Один из кабинетов Островновской общеобразовательной школы. Новые парты, современное оборудование. На его закупку, а также ремонт учреждения потратили 47 миллионов рублей. Работать в таком новом обновленном здании – одно удовольствие. Мы рады, что именно наша школа попала в проект, что наша школа участвовала в программе модернизации систем образования, и школа была отремонтирована. Школу отремонтировали в кратчайшие сроки. Получается, на весь ремонт у нас ушло 4 месяца. Сказать, что мы рады, это не сказать совсем ничего. Мы очень рады. Сельская школа сегодня – образец того, какой должна быть социальная инфраструктура в небольших населенных пунктах, отметил губернатор края Виктор Томенко. А вообще говоря, мы за эту пятилетку хорошенько поработали в этом направлении по всему краю. Почти 450 школ отремонтировали, вот так прошли капитальным ремонтом в большей степени, в меньшей степени где-то, но прошли. Отлично этот проект федеральной модернизации сегодня нам помогает. Всего на ремонт вот этих 1500 школ мы потратили почти 7,5 миллиардов рублей. Деньги большие, но еще примерно около 4 школ требуют ремонта. Поэтому мы будем продолжать. В каждом селе у нас должны такие условия для нормальной жизни, для полноценной жизни. В ходе визита глава региона осмотрел также детскую площадку, которую построили в Островном по программе «Комфортная городская среда», посетил спортивную школу и спорткомплекс в райцентре, местную сельхозкомпанию. В каждой из сфер Виктор Томенко отметил положительные преобразования и пообещал со своей стороны делать все возможное для улучшения жизни в алтайских селах. Над этим будем работать вместе с местными властями. Это наша задача. Елена Макаренко, «День с толком».